В рамках рабочего визита руководителя республиканского проектного офиса Аталды Каланы Төлегена Байгулова мы с рабочей группой посещали двор дома Абая 138 в городе Кокшетау. Также поступило обращение от жительницы данного дома по, как вы знаете, в апреле месяце был ураган, в связи с чем пострадал теплопровод, и незамедлительно на месте мы также рассмотрели данное обращение, после чего была рабочая встреча на нашей площадке вместе с подрядчиком КСК, жилищной инспекции и с участием местных исполнительных органов. В апреле месяце, как вы знаете, что был сильный ураган в нашем городе Кокшетау, из-за чего в нашей квартире была повреждена труба отопительная, стояк, вернее сказать, так как на крыше проходят трубы отопительные, а они привязаны к стропилам. Естественно, все знаем, что был ужас, что творилось на улице, вся крыша ходуном ходила у нас, в результате чего была повреждена труба, и вследствие залита наша квартира была полностью. Но приехал подрядчик, и комиссия была, да, перед этим, оценили ситуацию, посмотрели все и пообещали нам заменить стояк. Все заменили, все сделали. В 2018 году был модернизирован дом номер 138 по улице Абая, вот сзади меня. Вот. В проекте было заложено ремонт крыши, покраска фасада, штукатурка. По сетям, значит, верхняя разводка тепловой системы, подвальное помещение системы водопровода и выпуска канализации. Вот. Заложено было где-то около 18 миллионов. Вот. Гарантийный срок в договоре предписан на 3 года. Вот. Вот в этом до 3 года не было ни одного замечания. Единственное, конец отопительного сезона, обратилась пожилая женщина с дома номер 31. Вот. Хотя есть границы раздела у нас, мы производили ремонт магистральной трубопровода, но этой женщине затопило квартиру, и отводящие трубы пришли в негодность, обратились ко мне. Вот. Я, конечно, отреагировал, не стал с ними спорить. Вот. Я понимаю, как бы, чаяния людей, как бы, тем более пожилая женщина. Вот. Мы что и поменяли. Вот. Я хочу сказать, вот, пользуясь этим, как бы, случаем хочу сказать по модернизации домов. Эта программа должна жить, потому что дома приходят в состоянии ветхое, вот рядом соседние дома, если посмотреть, в ужасном состоянии. Когда модернизация дома, она превращается в другой вид и прямо красит наш город.